свободе посещают действительные любители искусства, а какие-то сообщники. Спасибо всем за то, что вы пришли. И хочу сразу сказать спасибо всем тем, кто приложил руку к нашей выставке. Поскольку выставка, как и фильм, это дело коллективное. Первым я хочу назвать Александра Шейна, режиссера и продюсера. Александр очень хотел, чтобы эта выставка произошла. Он стал ее инспиратором, вдохновителем и продюсером. Именно Александр познакомил меня с Василием Церетели. Василий Церетели очень благородно не только сразу согласился отдать один из своих музеев по эту выставку, слушал наше предложение с Сашей, но тут же сделал нам свое предложение. Я первый раз начальника так сразу слушала предложение сделать еще одну выставку. И я надеюсь, что сегодня мы расстанемся и встретимся вновь в марте следующего года на Гоголевском на выставке Тимура Новикова. Василий Зурабович, я очень благодарна вашим сотрудникам. Наталья Милайчук, с помощью которой мне будет было сделать. Алексею Новоселову, всем монтажникам Ермолаевского и Трудинису, Василию Ехтрику, Виталию, Михаилу Александру, Артему, который сделал нам видео. Спасибо всем большое. Это еще на вечер. Я бы передаче есть передать привет всем родственникам, передаю привет всем, кто стал с нами родственником. Следующий родственник, это, конечно же, Олег Ильич Катинников, который говорит мне в спину, потому что все, кто делает выставку, понимают, что кто-то в зале есть свои спины Харинка в этом здании. И вот Сергей Шутов, Олег Катинников и Ксения Новикова помогли мне вести наш корабль между ними. Это, естественно, между лестницей и камином. Благодаря коллекции Сергея Шутова мы нашли произведение Олега Катинникова, которое висит на камине. Благодаря Олегу и Ксении вы не просто ходите по скучной лестнице, но и видите портреты новых художников. Вот все эти веселые человечки сделаны Ксенией и Олегом. Портреты новых художников из архива Тимура Новикова сделаны в 2012 году. Хочу сказать огромное спасибо всем коллекционерам и художникам. Из художников приехали сегодня Сергей Чернов, художник по механике. Сережа. Его костюм вы можете увидеть на пятом этаже. Приехал Олег Маслов. Его шедевр тоже на пятом этаже в составе нового музея. Законных творческих актов не бывает, точно так же, как и противоестественных. Я надеюсь, что вот эту радость творчества вы почувствуете, и она останется с вами. Спасибо большое, что вы пришли на наше открытие. Всего хорошего. Я очень надеюсь, что участники нашей выставки тоже захотят сказать пару слов. Короткой строкой. Ну, поскольку мы же все любим современное искусство, это вроде как считалось тоже им. Но сейчас современное искусство пошло дальше. По этому поводу хочется короткой строкой его тоже как-то поприветствовать. Два в одном, един в трех измерениях Бог. Тогда я бы хотела передать слово исполнительному директору.
директора Московского музея современного искусства Василия Цветкова. Я хочу, чтобы еще раз поблагодарили и поаплодировали Екатерине Андреевой и Саше Шейн. Состоялось, также ответить, что издана поблагодарить Нелю Подгорскую за прекрасную книгу, за каталог, который получил департамент культуры Москвы, да, который поддерживает нас и финансировал все это, и всех участников, всех художников, Третьяковскую галерею, Русский музей за предоставленные работы, всех коллекционеров. Спасибо всем. От Екатерины Юрьевны каким-то совершенно невероятным зарядом счастья и настоящей энергии, соприкоснувшись с этим временем, этим городом, этими художниками. И вы, Екатерина Юрьевна, подарили мне одну потрясающую фразу. Я ей внутренне пользуюсь, что художники делятся на изобретателей и приобретателей. Ну, вы мне подарили, если вы разумеете. Так вот, я хочу сказать, что вот в этом зале огромное количество изобретателей. И вообще это время, это выставка, это какое-то невероятное изобретение чего-то такого настоящего, энергичного, что меня не устает удивлять и заражать. И огромное количество людей, которых я вижу, которые для меня пришли оттуда и накормили меня огромной энергией. Спасибо вам, Екатерина Юрьевна, что вы это нам подарили, и мне кажется, что это какой-то невероятный энергетический бассейн целого поколения страны. Я вот кайфую в этих залах и хочу здесь находиться. Спасибо вам. Спасибо. Она как бы похожа на мою маму, за одно лицо. Там, похожа
на Фейсбуке там кто-то смеет про маму. Чем спросить? На одну линию спросить. Это какой-то, как это обычный происходит, детская психотравма. Да, можно. Нет, я все потерял.
сюда перебрался сюда или нет? Я вообще на Бали живу. А сейчас я живу в Киеве 2 месяца, на территории Печерской лавры. Там у моих друзей дом, с таким садом розы. Собственно, в лавре. Я так вообще вставил, невероятно. Написался энергии. А вот это в Бали или какие-то там еще какие-то? Ну, Бали — это мой дом, я туда вернусь рано или поздно. Потому что там вообще должны приехать ко мне туда в гости. Давай, хорошо. В любое время. Говорите, что будет на связи. Они что?
получают как дети. Почему? Потому что вот это 70 лет, да, перерыв, вот, почвы не было для модельера. Потому что серебряные художники Серебряного века, бац, они бы школу создали модельера, понимаешь? Мы были бы вообще, как французы, савры модельера. А вот эти за 70 лет как бы моды не было совершенно. Была какая-то там советская или официальная? Вот такие моменты, понимаешь? Вот эта выставка, она в принципе, она работает на почву, она что-то делает, понимаешь? Она вкладывает какую-то, копает что-то, понимаешь? Удобряет. Хотя бы, хотя бы это только хорошо. Которые не получились. Наследство накопленного Серебряного века художниками, да? Мы не были наследниками, как вы считаете? Ну, а что? В каком смысле нужно быть наследником? Хотя считается, что в 60-е годы у нас здесь тоже был дизайн какой-то, мы делали машины, в 60-е годы было кино, да? Кино интересное было у нас. Но у нас не было рок-музыки такой в 60-х по-настоящему. Была эстрада какая-то. Джаза не было настоящего. Джаза. И поэтому... Или, может быть, искусство. Даже вот эта поп-культура западная, она вся вышла из джаза. Почему она хорошего уровня? Вы из Америки? Нет, из Германии. А, вы вот из Германии. У вас тоже, наверное, что-то похожее. Но у вас, ну, у вас Берлин 30-х годов, 37-й, без Сталина. Но и с Гитлером тоже был очень живое время. Живое, как у Матвея. Живое время. Джаз был, бритая. Джаз был культура, подпольное. Кино. Тогда уже в 30-х. Клубы были, рестораны были берлинские. В Берлин же съезжались. Вся Европа там была, весь мир перед войной. Да? Как да. считаете? Так считаю. Было очень интересное время, я считаю, Германия передвоенная. Вот тоже война очень сильно тоже назад, просто швырнула назад. Особенно в России. Это вообще чуть ли не доисторические времена. Опять люди забыли об искусстве, о культуре, они лишь бы выжить. Хотя вот у нас блокада в Ленинграде, да, была? Вот есть такое вот интересное свидетельство, что вот женщины, да, в блокаду, да, есть нечего было, погибали женщины. Но вот те женщины, которые утром надо идти доставать кусок хлеба, стоять, и нужно идти за водой, они немножко красили губы. Чуть-чуть вот здесь так красили, чуть-чуть делали прическу, хотя они шли еле-еле. Но они немножко красили себя, они выживали. Вот те женщины, которые себя чуть-чуть украшали, которые за собой следили, хотя они погибали, они выживали. А те женщины, которые вот себя опускались, да, на себя рукой махнули, они погибали. Вот это вот такие маленькие нюансы, это очень интересное замечание, да, как вы считаете? Потому что вот у меня теща, блокадница, она прожила всю блокаду в Ленинграде. Вот рассказывала, что это такое было. Потому что такой женский тип создался, ленинградка. Ленинградка. Вот, благодаря... Вот, идем. Не отстать, да? Пока ты отъезжаешь, изначально я хочу все рисунки рисовать за труд механики где-то за 3 года. А они как-то фантастически реализовывались на концертах. Вот эти рисунки. Ну так что рисовать надо всегда, конечно. Да, да, да. Если рисовать нужно постоянно. Я несколько лет у меня было. Хотя бы для себя, да. Понимаешь, это было странно. Мы были в новой академии, и был один зал, где были работы наших тоже великих художников, группа Петрозаровича. Ура!
Маша, она лично И он нашел новые художники, и он нашел Кофейникова, он сразу влюбился в Тимура, начинал очень много работы Тимура приобрести. И я думаю, что иногда вот этот симбиоз или прекрасное отношение между директором музея, коллекционером и художниками является такой роскошной. Но составит такую роскошную историю и появится выставка. Сегодня появилась выставка, я думаю, что это действительно работа или дружба между коллекционерами, кем мы являемся такими, и художниками. Французское лобби! Директор. Лобби французское. Французское лобби! Лобби. Сегодня здесь собрались. Конечно. Две. Раз, два или три. Городу Москва. Тимур Петрович, светлая память, ребята. И медведь вам лежит, всем ушедшим на этом пути. Я хотел, что-то конечно. Давай, что-то нельзя.